Всем привет! Сегодня займемся луком. У меня есть целая сетка хорошего фермерского лука. Сейчас я его буду чистить, затем нарезать и сушить в электросушилке. Сушеный лук я буду использовать как натуральную приправу для различных блюд. Я почистила целую сетку лука, у меня получилось 15 килограмм. И хорошо моем, чтобы он был полностью чистым. Весь лук подготовлен, хорошо промыт и порезан. Порезала я его так вот не до конца, чтобы он не разваливался. Сейчас буду его шинковать с помощью кухонного комбайна с насадкой шинковка. Лука настолько много, что я еще загрузила в свою старую электросушилку. В ней также буду сушить на низкой температуре, при 50 градусах. Периодически лотки буду менять местами. Через сутки лук полностью высох. Пересыпаю его из лотков сушилки в большую емкость. Отправляю сушеный лук в контейнер, в котором и буду его хранить, но перед этим хочу его взвесить. Сколько из 15 килограмм лука вышло сушеного? Для чего им столько лука? Неужели они меня им будут кормить? Контейнер объемом 9,5 литров сушеного лука поместилось 1 килограмм 170 грамм. И еще 170 грамм сушеного лука, который я сушила в обычной электродуховке на режиме конвекция при температуре 50 градусов, но он вышел более темного цвета. Итак, я подвожу итог. Из 15 килограмм лука я получила 1 килограмм 340 грамм сушеного лука. Вес уменьшился более чем в 10 раз. Я очень довольна этим результатом. Сушеный лук получился высокого качества. Благодарю всех за просмотр. Подписывайтесь на канал. Впереди будет много интересных видео. Всем пока!